300-летию российской полиции. Первой медалью, предназначенной для служащих Министерства внутренних дел России, стала медаль за беспорочную службу в полиции, учрежденная в 1876 году указом императора Александра II. Она традиционно изготовлялась из серебра. Медалью награждали нижних чинов полицейских и пожарных команд за образцовую службу в должности не менее 5 лет. Проект подготовлен АТВ-Медиа совместно с полицией Ставрополья.